привет всем. Сейчас мы в тратории. Такой у меня салатик с креветочками, с руколой, с сыром пармиджаном, с вялеными помидорчиками. Обожаю этот салатик в тратории у нас. И классно, вот девочки у нас пиццу уже съели, на фоне розочки вот такой вот. Очень, кстати, душистая роза, классная. И в интерьере интересные картины. Одна из картин, вот эта вот, вот, авто. Это картина «Итальянский дворик», сделана как будто вышивка на ткани и написано «Тратория». Сицилийские такие виды. Перспективы красивые, вот такие вот люстры необычные висят. И без людей я особо покажу вам, как интерьерчик выглядит общий в этой тратории. Даже на стенах нарисованы красивые картины. А с вами я поздороваюсь. Желаю вам прекрасного настроения, хороших позитивных мыслей на мажорном ладе, на позитиве. И тогда все в вашей жизни будет складываться так, как вы этого хотите. Как бы само собой, чудесным образом будет складываться. И желаю вам счастья, любви. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Пока! Thank you.